очередной заёбу моей бабы. Ей спальню в царские покои надо превратить. От страха вдруг дрожит одна рука, и голос в голове долбит прощальный. Ну все, братан, пока. Дубового комода в спальне не хватало. Доставили его к 6 утра. И милая, выщипывая брови, напомнила мне: в ад ползти пора. Я руки намочу слюнями, открою я входную дверь и хрустну всеми позвонками. Я потащу комод наверх, я дотащу его, поверь, я ж ласковый нежный зверь.